Около 80 студентов МГИМО в течение 2 смен будут жить и учиться в Сочи. Преподаватели как Института международных отношений, так и Олимпийского будут вести курсы по международным отношениям и праву, в том числе спортивному, а также по молодежной политике и лидерству. Также в рамках обучающей программы для студентов пройдут управленческие тренинги, деловые игры. А по окончании летней школы все участники получат соответствующий сертификат. Это совместный проект, который начался у нас с МГИМО, с Институтом международных отношений. Он, проект начался уже несколько месяцев назад. Мы, вообще говоря, выходим на перспективы очень большого, очень плотного сотрудничества. Мы хотим запустить целую серию совместных образовательных программ. Ну, все знают, что Олимпийский университет – это вот такая современная бизнес-школа.